22 октября 2016 года в Санкт-Петербургском Эрмитаже открылась выставка Яна Фабра, одного из знаковых художников современности. Фабр – художник события, экспериментатор, мастер метаморфоз. Задача – анонсировать выставку Яна Фабра в Эрмитаже в эмбиент-формате с погружением аудитории в атмосферу работ художника. Визитная карточка автора – масштабные работы из панцирей жуков-меланофила. Нестандартное решение по анонсу выставки – использовать небо восхищения, работу Фабра по оформлению потолка Королевского дворца в Брюсселе в городских автобусах. Были выбраны автобусы «Волга-Бас 6271», потолок которых напоминает по форме плафон неба восхищения. И вот что получилось. Автобусы с эмбиент-рекламой выставки Яна Фабра курсируют с декабря 2016 и до завершения выставки в апреле 2017 года. Выбранные маршруты 22 и 27 проходят через исторический центр города. Высококачественная печать на самоклеющейся пленке и немного магии Яна Фабра не оставили равнодушными жителей и гостей Петербурга. Компания была громко встречена петербуржцами и нашла отклик в СМИ, породив волну публикаций на ресурсах. «Комсомольская правда», «Ведомости», «Деловой Петербург», «Адвертолоджи», «Акар» и других.